Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Мусульманская мама построила модель хаджа со своими детьми, чтобы научить их хаджу. Она сделала модели Сафы и Марвы, Мины, Арафата, Муздалифы и Джамарата. Тогда дети решили одеть в их храм фигурки своих супергероев. Отец разместил некоторые фотографии в социальной сети, и пост разлетелся с вирусной скоростью. Моя жена решила воссоздать обстановку хаджа, разработала модель, но главное то, что дети собрали это сами. Она замесила тесто, а мой сын взял это тесто и вылепил холмики, изобразив Сафу и Марву и другие области. Моя дочь сделала маленькие шатры, они сделали Каабу и сами ее разукрасили. И я по этой модели вместе с ними день за днем объяснил им суть хаджа. Наши дети предложили использовать собственные фигурки для совершения хаджа. У дочери была коллекция диснеевских принцесс, а у сына коллекция супергероев. Многие дети, как мы знаем, сегодня любят супергероев. И мой сын предложил, почему бы не взять Джокера вместе с Бэтменом? Не надеть на них и храм? И я подумал, это было так мило. Ведь он понимал, что даже Джокер может стать хорошим и тоже начать делать добро. Поехать в хадж вместе с Бэтменом. Я подумал, это так мило. Я сфотографировал и разместил в соцсети. Пост разлетелся с вирусной скоростью еще до того, как я об этом узнал. Я думаю, люди репостили, потому что это ярко показывает невинность детей. На самом деле, ребенок, который знает, что Джокер — это главный злодей, а его антагонист — Бэтмен, один из главных супергероев. Это показывает, что ребенок может понимать, что у злодея есть шанс раскаяться. Это ярко показывает божественное милосердие, которая превышает его гнев. И это одна из тех вещей, которые должны понимать мусульмане, что Аллах, Бог, больше любящий, чем мстящий. Его милосердие выше его гнева. Вот такую красоту мы решили показать. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Это возвращение из хаджа было шоком. По прибытии в родной город в Южной Африке, скромный дом Магомета Мухаммада преобразился до неузнаваемости. Пока он был в отъезде, неизвестный добродетель полностью починил это простое здание. Маленький деревянный дом не только снаружи теперь выглядит другим, но и внутри он тоже преобразился. Этот неизвестный добродетель также удивил общественного работника красивым подарком, чтобы он запомнил свой хадж. Пост в социальной сети разлетелся с вирусной скоростью, более 1000 комментариев с хвалой. Вот это и называется искренним братством и великой общиной. Вот это да! Благослови Бог тех людей! Почему мы не можем то же самое соседям сделать, когда они нуждаются? Потрясающе! Вот этим и должны люди заниматься. Всегда стараться быть полезными людям. Как замечательно, субханаллах! Пусть Аллах построит прекрасный дом в раю и даст этим спонсорам съездить в хадж. Амин. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.